Buddha, Buddha, Buddha.
Shambha, Shambha, Mahadevaya. Yoga, Yoga, Yogeshwaraya. Buddha, Buddha, Buddha.
Намаскарам всем. Где бы вы ни были, я надеюсь, что вы здоровы и остаетесь дома. Просто невероятно, что очень многие люди жалуются на то, что им нужно оставаться дома. Как оставаться дома и в то же время избежать конфликта? Вот почему человеку очень важно научиться закрывать глаза и просто сидеть. Даже если вы ничего не знаете о медитации, просто закрывайте глаза и сидите. Смысл того, что вы закрываете глаза, в том, что когда вы открываете глаза, информация поступает из всех пяти органов чувств, но визуальная информация имеет наибольшее значение. Визуальная информация оказывает на человека максимальное влияние. Допустим, в наши дни все становится чувствительным в политическом отношении. Но, допустим, вы были бы собакой. Мы не используем слово «собака» в уничижительном смысле, потому что есть очень много идиотов, которые, стоит сказать слово «собака», сразу начинают: «О, он сказал собаку, он нас псами обозвал». Сегодня собаки ценятся чрезвычайно высоко. О них заботятся лучше, чем о людях. Вот как обстоит дело. Так что, скажем, вы собака. Тогда ваше впечатление о мире будет формироваться в основном за счет запахов. Вы не будете видеть настолько же хорошо, как люди. Но вы сможете вынюхать что угодно. Все плотоядные животные такие. Если вы когда-нибудь были в лесу, вы могли бы увидеть, если они хотят что-то узнать, они поднимают нос кверху. Они не пытаются смотреть, потому что их зрение не настолько хорошее, как их обоняние. Их обоняние чрезвычайно чувствительно, и они могут учуять вас за милю. Им не нужно видеть вас. Они будут знать только за счет запаха. Но поскольку для человека зрение является самым важным, то если вы будете закрывать глаза и сидеть, постепенно вы придете к тому,
что стоит вам закрыть глаза, как весь мир исчезнет. Если вы сделаете это в своей жизни, то вы увидите, что с легкостью пройдете через любую ситуацию в своей жизни. Жизнь и смерть не будут для вас проблемой, если у вас есть такая способность, что когда вы закрываете глаза, весь мир исчезает. Вот в чем смысл того, чтобы закрывать глаза. Если вы опускаете жалюзи, вы не должны видеть. Потому что глаз — это просто камера. Если вы закрываете объектив крышкой, он не должен ничего снимать. Но если вы закрываете глаза, то все начинает воспроизводиться. Память без остановки проигрывается на основе того, что уже было набрано. Тогда это пытка. Из-за этого, если у вас есть работа, это проблема. Если у вас нет работы, тоже проблема. Это время для проверки. Не потому, что вы сидите дома. Это время проверки, как пройти через эту ситуацию, не позволяя вирусу чрезмерно повлиять на вашу страну и на весь мир. Убедиться, чтобы это не вызвало большое количество смертей в наших обществах. Вот в чем вызов. Для этого необходимо сделать многое. Но сейчас очень многие жалуются и спрашивают, как быть со своей семьей, как находиться дома, с каких это пор дом стал таким ужасным местом. Нет, дело не в вашем доме. Если вы закроете глаза, то увидите, что будет еще хуже. Дело в вас. Мне по-настоящему жаль членов вашей семьи, если вы закрываете глаза, и для вас это пытка. Если вы открываете глаза, тогда очевидно, что вы пытаете других. Если вы открываете глаза, пытка для всех этих людей. Закрываете глаза, пытка для вас. Вам необходимо понять, если вы просто тихо посидите на месте и будете уделять внимание тому, что происходит в вашем уме, если вы достаточно честны с собой, или если есть какой-то способ записать это, тогда записать, но при этом не сообщая никому, что это ваш ум. И просто отдайте это какому-нибудь эксперту, какому-нибудь психоаналитику или кому угодно. Любой, кто посмотрит на это, скажет, что это ум сумасшедшего. Вот какими себя поддерживают большинство людей. Вот почему они чувствуют компульсивную тягу постоянно что-то делать. Если им нечем заняться, им нужно завести какое-то хобби. Они не могут просто посидеть на месте. Люди коллекционируют старые ключи, старые марки, разные старые вещи. Я ничего не имею против этого. Но я хочу, чтобы вы поняли, что вы просто пытаетесь справиться с конфликтами в своем уме. Если ничего не срабатывает, вы начинаете пить или принимать наркотики. Сейчас подходящее время, чтобы посмотреть на все это, потому что не вы начали это. Вирус и полиция загоняют людей в их дома. В Соединенных Штатах повсюду присутствуют вооруженные солдаты. Армия США по всей стране, во всех городах следят за тем, чтобы вы сидели по домам. Сейчас это происходит в принудительном порядке. По крайней мере, давайте воспользуемся этим временем, чтобы обратиться внутрь себя, чтобы закрыть глаза и просто сидеть. Просто поймите, какова природа вашего ума. Вы узнаете это только если закроете глаза. В противном случае вы будете продолжать думать, что в мире что-то не так. Есть простая мантра. Вы должны понимать, что то, что мы называем мантрой, это просто определенная геометрия звуков. Если произнести ее правильно, эта мантра специально создана для генерирования того, что называется самат-прана. В системе есть 5 измерений прана-ваю. Самат-прана отвечает за дыхательный процесс, мыслительный процесс, а также генерирует жар. В основном прана-ваю отвечает за дыхание и мыслительный процесс. Но без огня самат-праны прана-ваю не может функционировать. Поэтому любая крия или пранаяма, которую вы делаете, в первую очередь направлена на генерирование жара, потому что без ушной другие измерения не смогут по-настоящему прийти в действие.
Итак, нужно генерировать жар, потому что он также значительно укрепит иммунную систему. Но не думайте, что «вот сейчас я сделал крию, а потом смогу спокойно выйти на улицу». Нет. Я никогда не говорю, что крия или мантра решит проблему коронавируса. Это не так. Они укрепят вашу систему. Если вы начали делать их только сейчас, из страха, то для того, чтобы их действие проявилось, потребуется от 4 до 6 недель. Но если вы практикуете регулярно, то вы сможете почувствовать разницу. Ваше тело становится гораздо более устойчивым по сравнению со многими другими людьми. Вместе эта мантра и Ишакрия принесут баланс в вашу систему. Они уже доступны? Еще нет? Они будут доступны сегодня. Пожалуйста, практикуйте, где бы вы ни находились, потому что жизнь дала нам перерыв. Давайте используем это время для нашего благополучия. Не будем распространять панику и страх. Пожалуйста, вопросы. Намаскарам, Садхгуру. Первый вопрос от Лавани. Садхгуру, 2 дня назад вы сказали, что вирус не хочет убивать нас, ведь наше тело является его средой обитания. Несколько человек в Твиттере, называющие себя интеллектуалами, высмеивают это утверждение, вырвав его из контекста. Можете ли вы прояснить эту ситуацию? Правда ли, что вирус не хочет причинять смерть? Ну, не считая людей, ни одно другое существо не хочет разрушать свою среду обитания. Так делает только человек. Он делает это не по своему намерению, просто неосознанно. Точно так же вирус делает это неосознанно. Он хочет жить у вас внутри, но его деятельность чересчур активна, и мы с вами можем от этого умереть. Я расскажу вам вот что. Мне тогда было 17 лет. К тому времени у меня была и корь, и брюшной тиф с рецидивом, была и оспа. Видите, вот доказательства на носу. Чего только не было. Было все, чем только могут переболеть дети или мальчишки. Но проходя через все это никогда по-настоящему не сбивало меня с ног. Даже когда у меня был рецидив брюшного тифа и поднялась высокая температура, я все равно играл в игры и делал разные вещи. В этом было и свое преимущество, не нужно было ходить в школу, поэтому все это мне нравилось. Как бы это ни называли, мне все это нравилось, потому что не нужно было ходить в школу. Я был официально освобожден. Но когда мне было 17, я заболел холерой. Через 2 часа после того, как я понял, что она у меня есть, она просто свалила меня с ног. Я был почти без сознания. Я слышал, как моя мама, бабушка начали плакать. «Мы потеряли мальчика, мы его потеряли». Моя бабушка трогала мой нос. «Мой Бог, нос холодный, все кончено». Все вокруг плачут, а мой отец — врач. Он старается сделать все, что в его силах. Потом пришли еще 2 врача. А я просто угасал на глазах, всего лишь за 2 часа. Но к концу 2-го дня я уже сидел. На следующий день я встал и потихоньку начал ходить. Они сказали, что мне нельзя двигаться, и заперли меня в комнате. Но я попросил, чтобы мне разрешили быть на террасе, чтобы я мог немного ходить туда-сюда. И они меня поместили там. Но меня это немного беспокоило. Я переболел много чем. Мне это нравилось, потому что это освобождало меня от школы. Но тогда эта чертова штука просто свалила меня с ног, так что я чуть не умер. Я хотел немного в этом разобраться. В те дни не было интернета или Гугла, обо всем нужно было спрашивать. Поэтому я пошел в школьную библиотеку и начал расспрашивать у библиотекарши. И она дала мне книгу о патогенных микроорганизмах. Я никогда прежде не слышал такого слова.
потому что на уроки биологии я почти не ходил. И вот я прочитал эту книгу, там было много разной информации. Что они делают, абсолютно все. Это не давало мне покоя. Как же так? Какая-то маленькая штуковина, которую я даже увидеть не могу, может меня вот так уложить. Я вернулся домой и поговорил с отцом. Он был опытным врачом. Он многое мне объяснил. И я сказал ему, «Мне это не нравится. Эта чертова штука меня чуть не убила. Как так?» Тогда он рассказал мне многое о том, что это такое. Этого я никогда не забуду. Даже сейчас я помню каждое его слово и то, что я прочитал в этой книге. Потому что это был вызов для меня, на кону стояла моя жизнь. Со мной произошло нечто, что угрожало моей жизни. Я не был напуган. Но это все равно, что меня бы обыграли в хоккей или в крикет. У меня было такое ощущение. Итак, что такое патогены? Будь то бактерии или вирусы, есть много разновидностей. Возьмем коронавирус. Он довольно долго жил в организме животных, не убивая их. Теперь он перепрыгнул на человека и продолжает делать все то же самое, что делал внутри какого-то другого животного. Но мы не выдерживаем и ломаемся. В настоящее время также было четко установлено, что большинство людей, чья иммунная система находится в хорошем состоянии, выздоравливают. Но те, у кого ослаблена иммунная система, к сожалению, становятся жертвами. Что это значит? Это просто значит, что вирус хочет жить, но он живет настолько агрессивно, что мы можем умереть. Многие ученые говорят об этом, но даже то, что я прочитал в то время, когда мне было всего 17, я хочу, чтобы вы это запомнили. Даже тогда этому было дано объяснение. Я не помню имени автора, иначе я бы процитировал. Они четко объяснили, что большинство вирусов и бактерий, которые проникают в наш организм, который сейчас там находится, они во многом помогают нашему жизненному процессу. Они вредят ему. Когда-то они могли быть довольно опасными. Но они понимают, что если будут так существовать, то они разрушат свое место обитания. Поэтому через какое-то время они мутируют в легкую, безопасную форму и учатся жить с нами. Они вполне комфортно сосуществовали с другими животными. Животные, в свою очередь, выживали, сосуществуя с ними. Такова природа жизни. Одно существует внутри другого, одно внутри другого. Столько разных форм жизни. Триллионы форм жизни обитают внутри друг друга. И мы точно так же. В данный момент триллионы бактерий и вирусов живут вот здесь. Но, предположим, если вы сделаете тест на реакцию манту, я сейчас говорю об индийцах, потому что в последние 3-4 недели мы уделяем большое внимание тому, кто иностранец, а кто индиец. Не из-за расовой дискриминации. Мы хотим знать, откуда они приехали. Вернулись ли они из Китая или из Италии? Откуда они приехали? Сейчас Италия обогнала Китай. Это очень печальная ситуация. Но если вы сделаете тест на реакцию манту, то большинство индийцев его не пройдут. Этот тест проводится на выявление бактерий туберкулеза. Почти все индийцы провалят этот тест, потому что все мы имеем значительное количество туберкулезных бактерий. Но у нас нет туберкулеза как болезни. Так что придумали другое название. Они называют это первичным комплексом или чем-то еще, что встречается у детей. У всех нас есть эта бактерия, но мы провалим тест на реакцию манту. Но у нас нет симптомов туберкулеза, потому что мы научились жить с этой бактерией. Они научились жить с нами. Они знают, что если они будут жить слишком агрессивно, как мы живем сейчас на этой планете, они знают, что они исчезнут. Они потеряют свою среду обитания,
Поэтому они будут мутировать, чтобы стать более мягкой формой жизни. Это не какая-то новая наука. Мы всегда знали об этом. По крайней мере, в последние 100 лет это знание присутствовало. Эти люди, которые претендовали на роль интеллектуалов, похоже, они даже не закончили старшую школу, потому что я читал это, когда был в колледже. Эта книга была в нашей библиотеке, поэтому такая информация должна была быть и в учебниках тоже. Но учебники я не читал. Возможно, эти интеллектуалы даже в колледж не ходили. Они думают, что для того, чтобы щебетать в Твиттере, достаточно птичьих мозгов. Это, по их мнению, необходимая квалификация. Что ж, это весьма прискорбно. В такое время, когда нас ждет неминуемая катастрофа, как для нации, так и для всего мира, доходит до того, что в некоторых странах сейчас выставляют вооруженные силы против собственного народа. Вам необходимо понять, насколько это серьезно, что вся армия Соединенных Штатов вышла на улицы, чтобы мешать людям выходить из домов. Индийская полиция на улицах агрессивно принуждает к этому. Это потому, что они понимают, насколько это серьезно. Но даже в такое время такие люди не могут встать и сделать что-то полезное и позитивное для окружающих. Все, что они делают, несут всякую чушь. Думаете, они получили докторскую степень или стали врачами в Твиттере? Птичьими врачами. Это очень печально. Существует сегмент населения, которому все равно, что происходит с окружающими, им все равно, что происходит со страной, им все равно, что происходит с остальным человечеством. Все, что у них есть, — это их собственный яд, который они испускают. Надеюсь, что хотя бы вирус избавит их от этого яда. Эти несколько дней, в эти несколько дней, которые они проведут наедине с собой, я надеюсь, они поднимутся и сделают что-то полезное. Пожалуйста, сделайте что-нибудь, кто бы вы ни были, не знаю, кто они, кем бы вы ни были, те, кто пишет всю эту ерунду, сделайте что-нибудь полезное. В чем проблема? Я знаю, в чем ваша проблема. Я сейчас не хочу об этом говорить. Сейчас разворачивается неминуемая катастрофа. Если мы не справимся с этой ситуацией должным образом, мы направимся к серьезному бедствию, в котором миллионы людей могут быть просто стерты с лица земли. Когда наступает такая ситуация, все, что вы можете сделать, когда я сказал, что сейчас не время критиковать нашу систему здравоохранения или наше Министерство здравоохранения, это не время. Это время, когда все должны встать и сделать что-то, вне зависимости от того, какими небольшими эти позитивные вещи могут быть. Потому что это необычное время, как поколение людей. Мы никогда не сталкивались с такой ситуацией. Давайте сделаем так, чтобы люди это поняли. Никогда прежде мы не сталкивались с подобной ситуацией. Это гораздо серьезнее, чем те войны, которые происходили в ваших странах. Это более серьезная ситуация, чем все, что вы когда-либо знали. Это может пройти без особой трагедии, если мы будем вести себя ответственно и предпримем необходимые позитивные действия. Это то, чего я прошу и у них. Неважно, даже если их мозги размером с птичьи. Я говорю, что даже птицы могут внести свою лепту. Следующий вопрос от Маниши. Мы слышали, что в индийской культуре существует множество способов повысить иммунитет с помощью имеющихся у нас местных средств. Не могли бы вы подробнее рассказать, как усилить сопротивление организма, используя домашние средства? Мы должны понимать, что укрепление иммунной системы не случится за одну ночь. Обычно, по разным причинам, глядя на образ жизни, на пищевые привычки, я думаю, это должно быть проверено. Это должно быть подтверждено с медицинской точки зрения. Но я думаю, что у индийцев, которые живут в южной части страны, иммунная система лучше, чем у многих других людей в мире. Просто из-за особенностей питания, практик, погоды и различных других аспектов.
Вы должны понимать, что в тропическом климате существует больше форм жизни, чем где-либо еще, включая микроорганизмы. Их количество и разнообразие очень-очень велико. Поэтому, живя здесь, из-за жизни здесь, система становится более жизнестойкой, потому что мы постоянно подвергаемся воздействию этих факторов. Это один аспект. Другой — это еда. Третий — образ жизни. Все эти аспекты существуют в основном в сельских сообществах. Большинство из нас, если не в этом поколении, то в предыдущем все мы произошли из сельских общин. Люди жили на земле, что само по себе давало им огромные силы. В большинстве других частей мира более 80% населения ушло от сельского хозяйства, наверное, 100 лет назад. В Индии мы только что сошли с этой земли, только последние 25-30 лет. Это преимущество все еще с нами. Оно не останется с нами, если вы продолжите, если все начнут жить в квартирах, в многоэтажных домах, не соприкасаясь с землей, и начнут жить как лабораторные мыши, защищенные от всего. Наш иммунитет тоже упадет. Но я думаю, что у нас все еще есть это преимущество. Что я могу сделать, чтобы укрепить свой иммунитет? Как я уже сказал, это не однодневное решение. Но через какое-то время вы сможете это сделать. Давайте я расскажу о более распространенных вещах. Во-первых, я должен сказать, что мы используем освященный пепел. Мы всегда так или иначе наносим этот пепел. Существуют различные виды пепла. Если вы знаете, как ими пользоваться, я не могу давать вам инструкции. Через интернет. Но если вы научитесь, как им пользоваться, он может помочь. Листья дерева ним доступны по всей Индии, кроме горных регионов. Ежедневное употребление листьев нима. Также есть куркума. Теперь производят то, что называется нанокуркумой, у которой скорость поглощения гораздо выше, чем у обычной куркумы. Она также значительно усиливает иммунную систему. Если вы замачиваете индийский крыжовник или амлу, или наликай, в меду на ночь вместе с несколькими раскрошенными зернами перца, черного или зеленого перца, зеленый перец, о котором я говорю для тех из вас, кто из других стран, зеленый перец не означает чили. Мы имеем в виду сырой перец, зерна перца до обработки, которые вы, возможно, не найдете в большинстве других частей мира. Здесь это распространено. Это доступно для всех. Так что замочите это в меду и каждый день принимайте по 3 ложки 3 раза в день. Это работает лучше всего. Все эти вещи работают лучше всего на пустой желудок. Это первое, что вы принимаете. Если вы будете все это делать, вы увидите значительный подъем в вашей иммунной системе. Я бы сказал, в период от 4 до 8 недель любой может заметить значительные улучшения в своей иммунной системе. Существуют практики йоги, которые трудно преподавать. Но прямо сейчас простое произнесение мантры, практика ишикри также укрепит вашу иммунную систему. Это не лечение от коронавируса и не его профилактика. Я произнес мантру, и теперь могу идти и совершать безответственные поступки. Так это не работает. Эти вещи нужно делать в течение какого-то времени, чтобы укрепить свою систему, чтобы потом вы могли лучше справиться со следующим вирусом, если вы, конечно, все еще будете здесь. Да? Не воспринимайте это легкомысленно. Не воспринимайте это легкомысленно. Сейчас каждый из нас должен выжить в этот период. Вот что это значит. Не думайте, что это какая-то отдаленная вещь, которая случается только с кем-то в Китае или в Италии. Если мы останемся в живых, если вы будете живы через эти 6-8 месяцев, это означает, что мы справились с этим ответственно. Если каждый из нас выживет, это значит, что мы хорошо справились. Мы жили осознанно и ответственно. Вот что это значит. Очень прискорбно, что разным правительствам приходится делать это с помощью силы, потому что многие люди, кажется, не понимают, что это необходимо. И они думают,
что это какая-то выдумка. Это не выдумка. Это неизбежная опасность, с которой мы должны справиться должным образом. Давайте произнесем мантру. Йога, йога, йогешварая, бхута, бхута, бхутешварая, кала, кала, калешварая, шива, шива, сарвешварая, шамбху.